Итак, дорогие друзья, всем доброго времени суток. Это Gadget X. Инсайдеры слили в сеть характеристики грядущих флагманских смартфонов Sony. Ранее стало известно, что японский производитель поддался новым трендам и собирается оснастить модели двойными камерами и дисплеем с тонкими рамками. Также многочисленные утечки подтверждали наличие новейшего 8-ядерного процессора Snapdragon 845. На этот раз появились подробности о Sony H8216 и H8266, а также новые тесты производительности флагманского чипа Qualcomm. Согласно новым данным, Sony H8216 и H8266 получат следующие характеристики. Дисплей 5,5 дюйма, Full HD и прикрыт он Corning Gorilla Glass 5. Процессор Snapdragon 845, оперативная память 4 или 16 ГБ, накопитель на 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 3200 мАч, защита от воды IP65 и IP68, габариты устройства 157 мм по высоте, 78 мм ширина, 8 мм толщина, вес 159 грамм, ось Android 8.1 Oreo. Также появились результаты тестирования смартфона Sony на базе процессора Snapdragon 845 в бенчмарке Geekbench. При оценке производительности в 3D рендеринге и обработке с интенсивным вычислением RenderScript аппарат набрал 13 948 баллов. Данный тест в первую очередь демонстрирует возможности графического ускорителя. Для сравнения, Snapdragon 835 набирает в этом же тесте 7899 очков. Таким образом, производительность Adreno 630 выросла на целых 56%. Это выше, чем у Adreno 540. Судя по количеству утечек, Sony может представить новые смартфоны уже на выставке CES 2018, так что будем ждать официального релиза.